Добрый день. Так, у нас новая задача. Точно так же необходимо будет ее выполнить. Так, условия задачи я читать не буду, то есть видно на экране. Если что, остановите запись. Так, ну и первым делом открываем Pascal и пишем то, что нам необходимо выполнить условия задачи с использованием функции. Так, начинаем заголовка, хотя это не обязательно. Так, дальше раздел переменных. Нам понадобится значение b c, можно даже h взять. Так, это мы сделаем честным. Так, ну и вычисление площади. Хотя это не обязательно, покажу чуть позже. Сделаем вещественным. Так, ну и описываем пункт, который нам понадобится для решения поставленной задачи. Назовем пункт вот так. Там дальше пользуемся переменными. Так, в которых сначала укажем тип вещественный. Так, ну и также вычисляемая функция будет вещественной. Честным значением. Так, и здесь сразу же можно имени присваивать значение. Мы воспользуемся произведением. Трех величин для определения различных площадей. Так, с точки запятой. Так, пишем себе. Начало пишем комментарий, который выпался на экран, что нам нужно сделать. Так, ну и первая у нас площадь, это треугольник, то есть нам нужно ввести основание и высоту треугольника для того, чтобы вычислить значение площади. Так, при помощи стандартного оператора ввода считываем с экрана. Так, ну и при помощи функции вычисляем. Подставляем значение. Так, на место 1 подставляем фактический параметр А, вместо B1 подставим половину основания на высоту, потому что площадь определяется. Так, и на место формального параметра C1 подставим параметр фактический H. Так, ну вот так вот вычисляем. Ну и осталось с помощью также стандартной процедуры вывести на экран площадь треугольника. Так, вот можно было сделать это так,
либо можно избавиться от этого действия непосредственно уже вывод. Поставить вычисление. Так, ну давайте я этот вариант в дальнейшем буду использовать. Кому какой нравится, тот и выбирает. Так, копирую, чтобы не повторять мне опять порядок действий тот же самый. Так, уберу лишнее, которое мне не требуется. Так, следующее, что у нас? Трапеция. Нам понадобится только одно основание, но уже два основания. И высота то же самое. Вводим при помощи стандартной функции процедуры для оператора. Так, сюда подставляем b 5 a плюс b на место формального параметра 1. Так, на место b1 формального параметра практически 1 вторая, потому что полсумма основания на высоту. И вместо c1 вставляю, соответственно, высоту. Так, опять копирую. Единственное, здесь можно писать. Трапеция. Так, ну вот теперь скопирую. Следующий это у нас круг. Соответственно, площадь круга. Здесь нам понадобится только радиус. Пишем радиус. Здесь воспользуемся той переменной, которую писали выше. Так, здесь напишем площадь круга. Так, а здесь поставим радиус. Так, ну и последнее действие, это у нас прямоугольник. То есть нам нужны две стороны прямоугольника. Так, и нам нужно написать, что площадь прямоугольника. Так, ну и опять на место А1 формально представляем сторону А практическую, на место Б1 представляем сторону Б, ну а на место С1 подставляем значение единицы. Так, вот все. Заканчиваем программу. Она у нас выглядит полностью. Запускаем, если нет ошибок, которые она вам укажет. А, ну вот, указала она вам. Я взял радиус, а надо было взять другой. А. Так, все. Вот. Основание на высоту. Два основания и высоту, вводим радиус, так, и вводим опять две стороны, ну и получили следующий результат, видим, все верно. Так, первый этап мы закончили, переходим ко второму. Все, это у нас основной этап,
но всегда я начинаю. Следующий этап без разницы. Он в порядке следа. Так. По назначению совпали, первым он было 2, 3, так, здесь напишем, плюс 1, пользуемся, пользуемся, через 3, так, так, следующее действие. Нам понадобится. Так, немножко перенесем. Там здесь нам А, Б понадобится. Так, опять же, 2, 3, 4, так, ВС равно, плюс 3, начинаем высоту. Здесь совпало. Так, следующее. Вот. R. Такой же. Два. Так, начинаем площадь. Пользуемся степенью. Получил 12,56. Так и есть. Так, ну и последнее действие. 5 плюс. Так, и походим площадь. Так, вот мы все вычислили, значения у нас совпали везде. Так, на этом следующий этап закончен. Ну и переходим непосредственно к оформлению. Так что дальше получится. Скопируем. Белый текст. Форматирую, окрашу. Черный. Так, написали условия. Программу. Так, ну единственное, что осталось, нарисовать блок-схему. Давайте это сделаем. Опять сначала вставляем полотно. У нас по рисунку было. Так, дальше. Нам понадобится начало. Читаем опять программы. Так, дальше, чтобы нам больше функций не обращаться, то есть мы сверху отрисуем блок,
это дальше вот. Ну и тому, что мы использовали вывод. Так, ну и сразу же тогда давайте рисуем под схему. Рисуем просто. Начало, конец. Промежутки вычисляем. Значение. Так, ну давайте заполнять. Так, дальше копируем имя. Отмяем. Так, здесь. Отмяем ангаж. Дальше копируем. Сляем величину. Так, здесь опять А, запятая А, Б и H. Вводим. Дальше либо в виде формулы. Копируем то, что мы сделали в программе. А, так, давайте здесь также добавим. Начало, конец. Так, ну и добавляем. Вставим ничего.
Так, ну единственное, что осталось сделать, это соединить. И... которым указывается направление выполнения программы. Так, и это следовательно все понимаем. Так, ну еще стрелки под программу. Да, кстати, лучше будет смотреться блок схемы, если вы еще и назовете, что это у вас основная программа, а это под программу функция. Так, ну расстояние между двумя блок схемами. Подберем по размеру. Так, ну и то, что нам необходимо было сделать, оформить задачу. С этим мы все успешно сделали. Так, спасибо за внимание. До дальнейших видео. До встречи.